Всем привет, с вами Ауру. Май заканчивается, вот-вот настанет лето. Если ждешь лета, прожимай лайкосик. Так вот, ребят, я, если честно, вообще ничего не ждал от этого мая. Прям реально даже не думал уже видосы пилить. Последний видос запилил, он у меня не зашел. Я думаю, да и фиг с ним, вообще не буду записывать ролики. Но тут такая тема, что Амбер де ла Вега, я никак не могу это пропустить. Плюс ходят слухи, что появились супер-мега-офигенные паки. А так как у меня есть доступ к аккаунту А4, то на нем офигенно бы купить эти новые паки. Поэтому досмотрите видео до конца, будем покупать на Аке А4 специальные акции. Ребятки, нахожусь на пути легендарок. И здесь этот скинчик, а вы сами понимаете, я продолжаю пушить это так. Поэтому что мы делаем? Конечно же, покупаем этот новый офигенский скинчик. Давай, 149. Блин, главное, чтобы мне хватило, и главное, чтобы при этом был код Аурум в магазе. Как проверить? А давайте просто зайдем в магаз и все это дело проверим. Это, конечно, было красиво, но... Воу! Вот это количество акций. Но на этом аке, вы понимаете, нельзя, да? Для тех, кто не знает, что за ак... Это не АК-4, это Путь Легендарок, мой проект, на котором уже есть Сэнди на косарик с классным скином. И Амбер у нас сейчас находится на 803 кубаса. И как же круто будет ее апать с новым скинчиком. Давайте много-много лайков, чтобы еще до конца дня я апнул ее на косарь кубков новым, блин, скином. Де ла Вега, он, кстати, реально очень классный. Вот, ну и теперь, что мы делаем? Первым делом, код Аурум не введен. Ребят, все, пожалуйста, проверьте, введен ли у вас код Аурум, потому что он постоянно пропадает, и что с этим делать, я прям реально не знаю. Так, дальше. Амбер, что у нас есть? Очки силы, пацаны! Очки силы 210, отлично! Это прям подарок судьбы, и идет он правильно... Спайку. Боги, это круто. Посмотри, сколько. 380. Еще один такой пак, и все. У нас весь ак по фулу. Смотри. Плюс 29. Ха. Ха. Посмотри, что происходит. Да главное, ничего случайно не нажать. 409. Еще 141 поинт и спайк фул. Прекрасненько. Хорошо. Амбер де ла Вега. Покупаем. Иди сюда. Иди сюда ко мне, малышка. Найс, прекрасно, новый скин Амбер де ла Вега. Шикарно, давай его возьмем. Оденем. И может даже протестим. Нет, я не буду сливать кубки, зайдем вот так протестим. Честно, не хочу сливать кубки. Тем более очень хочется купить на аккаунте А4 все-таки все, что нам надо купить. Так что, ну блин. Ну четко, четко, стильно, модно, молодежно, ребят. Че по конкурсу, да? Че по конкурсу, ладно, мы по конкурсу сейчас чуть позже так поговорим, да? Ну типа... Разберемся с вами, так сказать, да? А мы с вами разберемся. Так, давай сюда закинем. Ну классный скин. Ну, понятно же. Ну, крутой. Хорошо, а теперь телепортируемся на аккаунт А4. Вау, и мы здесь, А4 аккаунт. Так, ребятки, значит, заходим куда? О, здесь уже есть Амбер, я думал, Амбер здесь нет, но она уже здесь есть, поэтому мы можем только докупить скинчик. Ребятки, если у вас в магазе сейчас есть акция и на Амбер, и туда-сюда, то давайте сделаем следующим образом. Я разыграю один пак, вот видите, прощай май. Привет, июнь! Прям сейчас здесь я куплю на этом аккаунте эти паки, и мы посмотрим, что внутри. Ну и плюс, я среди вас разыгрываю вот либо эти паки, либо одну Амбер плюс Амбер де ла Вега.
Вот, ну как хотите, короче. Все в денежном эквиваленте, 25 баксов. И для того, чтобы поучаствовать, нужно прямо сейчас подписаться на мой канал, перейти по ссылке в описании, подписаться на, конечно же, Инстаграм мой, и на мой реакционный и влоговый канал. И на влоговом канале под последним кинчиком, под последним видосиком оставить комментарий. Все, очень-очень все просто. Там, кстати, прикольный видос, если ты вдруг не видел. Я Холдика в лес вывез, так что переходи по ссылке, смотри видос, оставляй комментарий. Видос нужно полностью посмотреть, он коротенький, там буквально 2 минуты, но очень забавно. Вот, и все. А, и открой обязательно подписки, чтобы я видел, на кого ты подписан. Ты должен подписан быть на Aurum TV, Aurum Reaction, Aurum Family. Все очень просто. И получишь возможность выиграть денежку на вот эти вот два мегапака, либо же на Amber De La Vega. На этом аккаунте почему-то тоже код Aurum не введен. Вы вводите его однозначно тоже всегда и по КД. Ну что, ребят, погнали! Что нужно А4 здесь выбить? Да, в принципе, все. В принципе, все. Кроме Амбер, у него остальных лег нету. Я очень сильно рассчитываю на леги. Поэтому давайте, наверное, с бесплатного начнем. Так, это точно это так? Да. Бесплатный ящик. Что тут пусто? Неинтересно. Начнем с маленького. 2 мега ящика и 40 гемаст. Покупка успешно осуществлена. Кристаллы 40 тысяч голды. И смотрим. 5. Ну, такое. Это не очень оптимистично. И 5 опять. Что ж ты будешь делать? Но здесь, наверное, только леги. Так быстренько я открыл. 170 там гемасов. Покупаем. Ребятки, прожимайте много-много лайков, подписывайтесь, если вы не подписаны, чтобы подобных видосов было как можно больше, потому что, честно, активность вот эта в конце мая мне вообще не нравится, и руки опускаются, не хочется ничего снимать. Но тут я не мог пропустить эти акции, ну как? Блин, для себя снимаю, честно, не для вас даже. Вот просто хочу, блин, открывать. Но надеюсь, вам это нравится. И если среди вас есть те, кому нравится, лайк, комментарий, максимальная активность, и я буду дальше покупать разные ништяки. Ребят, что за фигня? Алло, блин, крутая же, да что, крутая же акция, а 4 сейчас пойдет канал удалит, если я вот такое все будет, что за фигня, ну, блин, ребят, вообще, ну давай 6, ну как такое может быть, что, почему, давай посмотрим, типа, эпики нужны, мифики нужны, тут куча всего может падать. Почему так? Понятия не имею. Кстати, здесь куча скинчиков сейчас. Амбер Де Ла Вега. Не будем ему покупать. Амбер Де Ла Вега. Лучше попробуем. Еще мегаящичек. 6! 6, ребят. Есть. Шикарно. И 3, 2, 1. Давай. Вольт! Найс. Ну, реально найс. Правда, что тут радоваться? Это типа как бы эпик, но очень хотелось хоть что-то выбить, потому что, ну трэш. Так, хватает денег только на один сундук, скорее всего, 5. Печалька. Что за боль? Какая боль, блин, 62. Черт побери, что же делать? Как же быть? Не знаю. Я не знаю, ребят. Не знаю, почему так? Почему? И на Амбер Де Ла Вегу тоже уже не хватает. На что хватает? На 62 гема хватает на большой ящик? Ну, такое, типа, здесь забрать и тут можем забрать. Ну, давай так и сделаем. Так, может, сейчас реально такой чикс и фарт. А, это напоминание за... Ага, я понял, хорошо. Так, назад к текущему. Понимаю. Задонить, не задонить. Ребята, решите вы, стоит ли мне дальше донить на этом аккаунте? Стоит ли мне дальше на нем попытаться что-то выбить? Ну, идея какая? Очень простая. У меня все аккаунты, они передоначены. То есть мне негде даже акции эти тестить. А мне каждый раз хочется посмотреть и вам показать, что в новых акциях. Поэтому есть вот такой аккаунт А4, который еще не фул и на котором можно покупать. Мой основной аккаунт по фулу. Аккаунт, на который я влил 50 тысяч гемов, еще тогда по фулу. Аккаунт Путь Легендарок. Туда нельзя ничего покупать, мне только поинты нужны. И все, туда ничего нельзя покупать, иначе будет весь смысл утерян. Так что это мой тестовый аккаунт, но все зависит от вас. Много-много лайкосов под этим видосом, и я дальше сюда буду донить. Ну и плюс участвуйте в конкурсе. По ссылочке подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на... еще два моих других канала. Подписывайтесь на Инстаграм обязательно. И, ребятки,
под последним видосом на Aurum Family, где я Холдика отвез в лес. Комментарий по ссылке в описании. Прямо сейчас, must have. Всех обнял, целую, чмокаю. Все зависит от вас. Ваши лайки, моя активность. Ваша активность, мои лайки. Это не то говорю. Пока, ребят.